Выбрать проект благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды можно будет на 66 участках. Подготовка пунктов ко дню голосования 18 марта уже в завершающей стадии. Один из них в 32-й гимназии в среду открыли специально для журналистов. Здесь все так, как будет в день голосования. Можно уже и ознакомиться с образцами анкет. Первая для выбора из 5 объектов, планируемых к реализации в 2018 году. Основной перечень объектов под голосование, которые в соответствии с 169-м постановлением правительства Российской Федерации, состоит из 5 объектов. Собственно, вот мы видим здесь, позвольте, я вам покажу, да, набережная реки Водь, Троицкий сквер, Веденский сквер, площадь Ленина и мемориал Красного Танка. Также ивановцам предложили выбрать другие территории, нуждающиеся в благоустройстве. По ним четких проектов пока нет. Это, как говорится, на заметку руководству города. Плюс в анкете есть строчка для предложений ивановцев. Проголосовать несложно. Во-первых, нужно узнать, где находится ближайший пункт рейтингового голосования. Все адреса есть на сайте городской мэрии. С 8 утра до 8 вечера. Проводиться будет в 66 местах. Одно из таких мест мы с вами сейчас наблюдаем. Процедура проста. Значит, избиратель по желанию подходит, ему предъявляют паспорт, ему выдаются бюллетени, бюллетень с приложением. Выбор количественно не ограничен, голосование рейтинговое. Галочку можно поставить у любого числа объектов. А вот сколько проектов станут победителями, сейчас сказать сложно. Все будет зависеть от стоимости реализации каждого. Но организаторы голосования предполагают, что средств в рамках программы хватит как минимум на 2 проекта. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.